Привет, девчули. Опять на работу приехала. Нечего снимать. Целый день сегодня копошилась. Как вочка. Вот есть 5 минут, вышла. Радио выключила. В прошлый раз в машине снимала, выставила видео. И радио сразу не выключила. Буквально там, не знаю, просмотров 9 было. И сразу YouTube убрал это видео, потому что авторские права на музыку, на песенки. Сразу убрал. Поэтому сегодня выключил. Дождик перестал у нас с утра лить, вечером сухо. Такие дела. Все, девочки, еще недельку поработаю. И поедем в отпуск. Я надеюсь. С этим отпуском тоже они, бля, нервы пощекотали. Мы заказали один отель. Они, короче, отписываются, что типа, извините, отель закрыт этот. Берите другой отель наш. Посмотрела я тут другой отель. Это пипец. Пионерский лагерь у нас был. Намного лучше. За такие-то деньги. Что-то выслали опять. Потом почитаем. И это. Ну хорошо, позвонили, отказались, взяли другой, там у нас было два еще на примете. Взяли другой. И все, подтверждение пришло. Так что. Зато падла этих 2 дня, пока они там думали. Я думала, посидею. Че, блин, одни уже деньги потеряла. Другие-то не хочется. Такие дела. Так что как-то еще надо это взять себя в руки. Как-то еще. Вот смотрите, девочки, вот что за жизнь? Цельный год тебе надо пахать, чтобы потом отдохнуть. Пахать, собирать грошики, чтобы потом поехать куда-то отдохнуть. На солнышко желательно. Ну что, эта сырость, она уже надоела. Она в депрессию вводит. Ну невыносимо вот так вот жить. Еще бы маски вот эти отменили долбаные. Не можно дышать в этой синтетике. Надо какую-то масочку придумать. Чтобы дышать было хорошо. И все тогда. Или самой шить какую-нибудь такую. Ну, это что, это всю дорогу в маске. Тут в магазин забежишь, выбежишь, задыхаешься. Съездила. Продукты купила. Так вот целый день гребешься. Никакого просвета. Завтра гости приедут. Потом опять в гости. И вот. Надо сегодня еще будет подъезд помыть. Я уже говорила, его никто не моет, этот подъезд. Эти мамаши гребаные, нарожают, блядь, поросят этих. Они вот целый день сидят, засирают там. Сегодня покажу вам подъезд. Какой у меня подъезд? Раньше был. На сочках белых ходили. А сейчас, блядь, понаезжали дебилоиды. Тупые, как можно жить и тут же срать, тут же. Жесть. Что ты дивишься, еды дивиться? Это жесть. Неудобно, гости приедут. Надо помыть хотя бы свой пролет. Но зараза, все в квартиру несется.
И эти мамаши видят, что они там и жрут, и срут, все. Вот это вот делают ни одна мразь. Вот она, тварина, вот сколько живет уже лет, она ни разу не мыла. Потом напротив меня тоже переехали пеннеры какие-то. Ну, там вообще случай очень тяжелый. У них в доме что делается? У них на балконе что делается? Что говорить про подъезд? Они как переехали, они входную дверь ни разу не мыли. Это жесть. Они и курят в квартире. Завели собаку здоровенную. Эта собака на подоконнике у них сидит и все. Короче, там пипец. Они когда дверь открывают, такая вонина с квартиры несет. Это ужас. Как? Я тоже не говорю, что я чистоплюйка какая-то. Раньше по молодости дебильно. В субботу, в среду, два раза в неделю генералю убираю. Дети маленькие, пидорю. А сейчас забила на все. Ничего не охота делать. Потому что в жизни это, как оказалось, не самое главное. Переоценку ценностей сделала. И все. Вот немцы, они как... Вот сколько у меня знакомых немцев есть, да? Они вот построили этот дом лет 70 назад. Когда построили этот дом, купили эту мебель, и вот 70 лет у них эта мебель, грабины еще такие, помните, как у нас были шифонеры, серванты тяжеленные. Вот так она у них и стоит. Стоит, хрен сдвинешь там. И они не считают нужным это менять, это нерационально. Эти деньги они лучше потратят на то, чтобы куда-то съездить, посмотреть чего-то. Также и машины. Купят машинку и до последнего. Потому что средство передвижения не роскошь. А наши, ты чё? Надо каждый раз машины менять и покруче, покруче. А как выяснилось, это не самое главное в жизни. Ну и вот, короче, я тоже так подумала. И нахер оно мне все вперлось. Никакие ремонты, ничего не буду делать. Есть деньги, найму людей. А сама скакать, это вот как все время делала, не буду я. Кому не нравится, пускай не смотрит, как у меня. И все. Это не самое главное. Главное здоровье. Чтобы работать, заработать денег, чтобы поехать отдохнуть. Вот так. И все. А это мебеля, сервизы, всякая всячина. Все, это раньше ты зацикливался на этом. Хотел, чтобы там все блестело, да. Новенькое, чуть что сразу менял. Как люди скажут, живешь как свинья. Да похер мне. Похер. Прибралась, убралась, ногами не заплетаешься, не падаешь, ноги не ломаешь от мусора, да и ладно. И все. А так, если посмотреть, как мои соседи живут, то я вообще самая чистюля. Такие вот делишки. Наработаешься, придешь, блин, пока кушать сваришь, пока то сделаешь, уже ничего не охота, ничего не хочется. Ладно, вот сегодня подъезд помою. Так это ненадолго будет. Я мою его, потому что началась школа, и завтра их до обеда не будет, то бишь он до обеда будет чистый, этот подъезд. Завтра после обеда они все придут, и опять его засрут. Опять. Сколько им говорилось, оно выпучит на тебя глаза, как идиотка. Чё, как? Идиотка. И все. Ну, это все от родителей ведь идет. Родители свиньи, дети такие же.
потому что они не научили их за собой убирать дерьмо вот это. Ну и все, они поели, тут кинули и все, попёрли. Блять, они съедут же. Идиоты. А так ничего пока нового нет. Завтра племянники идут в школу. Первый раз, первый класс, надо будет салатик нарубить. Когда его рубить? Завтра? Завтра нарублю. Такие вот дела. Ой, боже, стою. Который день в 5 утра. И коровы нету. Чё так рано встаю, да? Встаю. Все, организм не спит. На автомате встает, падла такая. Хоть таблетки пей. И все. Так что нам еще недельку бы как-то продержаться, братья и сестры. Как бы еще неделечку-то, идрит Мадрид. Да уже иди до дома, боже. Сидят. Прошу прощения. Сусняк. Я сусы кусала. Суши. Так, захотела. Всю ночь суши хотела. Всю ночь мне суши снились. Поехала в магазин, купила упаковочку, душу успокоила. Все теперь. Надолго опять. Опять надолго. Поела. Теперь пойдем поработаем чуть-чуть. Еще. Хоть бы завтра погода хорошая была, но это вообще, это ж куда? Я вот чувствую, что у меня уже с этой погодой на исходе у меня. Нервная система ни к черту. Вообще ни к черту. Жизнь такая. Раньше было само спокойствие. Ну, прям вообще. Чтоб меня вывести. Это ж как надо было. А сейчас все быстренько сразу. Чик, и уже кто-то звездюлей получил от меня. Ну как так-то? Замуж вышла и понеслась, родная. То одна, то другая. Бегаешь за всеми по дому, то за одним, то за другим, то за третьим. Мама дорогая! Что-то робится на белом свете. Всю жизнь вот так в прислуге. Пользуются все тобой. Пользуются! И все, неси свой крест. Ну ты несем. Че, девочки, пойду я, наверное, поработаю. Не знаю, пока ничего интересного нет. Снимать. Все в бегах, все в бегах. Пойдем сейчас дальше бегать. Часа полтора побегаю. Ну все. И домой. Там дома опять бегать. Ладно, девочки, отдыхайте. Давайте, бейбы. Всего вам хорошего. Пока. Девочки, едем домой. Едем домой. Немедленно едем домой. Жарко в машине. Падает здесь телефончик. Симута. Так. Вороты. Так. Лесопеты. Жарко стоит. Подожди, дяденька.
Тетя Алена едет. Съездим. Покажу вам свой подъезд. Тут дорога была. Это самое. Так, тыкси, уже дома. А теперь надо ремонт делать, надо подальше ехать теперь. Пешком, в принципе, недолго, но просто в такую погоду не хочется. Не хочется идти мокрый, вонючий. Тик, 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 тик. Фу, жарко. Блядь, подъезд еще этот долбанный. Конченые уроды. Я злюсь прям. Они меня злят. Кончиты вурст. Прям зла на них не хватает. Ну что за уроды? Вот нормальные люди жили, нормальные человеческие человеки. Поселилась хрен знает что. О, это они еще уроды надо мной жили. Вот отдавали ночью. Так получилось, что их спальня над моей спальней была. Это был трэш, девочки. Я этого не выдерживала. Рано вставать. А там, бля, койка это дешевая у них. Это жесть. И чё, я не выдерживала. Я брала швабру и стучала в потолок. Стучала я в потолок, чтобы он ускорялся. Пару раз постучала, потом как-то спали. И началось там. Началось, мой муж не выдержал, как не заорет. Быстрее! Он там, наверное, на ней остался. Угу. Один раз я стучала, он мне в ответ постучал. Короче, я ему всю малину обломала, девочки. Ну, правильно, чё? И у них пятеро детей, пятеро, подростки. А им похер, они не стеснялись. Настолько конченые, что они своих детей не стеснялись. Демографию-то надо поднимать. Вот они и поднимали. Бляха, муха. Бутылка упала. Сейчас покажу вам, как мы живем. Изжога что-то у меня, бля, от этого имбиря. Нахрен я его ела. Падлы такие. Так, это забираем, это тоже забираем. Где ключи от хаты? Хожу, блин, как это, ключница, ключница. Так. Пошли, девочки. Что покажу интересного. Машину закрыли. Да засунься ты. Вот видите, что творится? Что творится? Видите такое? Вот такая хрень у нас. А вот видите, девочки, что творится. Вот эти двери ни разу не могли свои. Так-то вот, сейчас мне придется мыть.
Ладно, пока.